реабилитировали спустя 85 лет после преступления, которого не было. Новосибирские прокуроры пересмотрели дело о попытке свержения советской власти, датированное 1930 годом, и признали дочь невинно осужденного жертвой репрессий. Материалы рассматривала особая тройка ОГПУ в отношении 21 человека, все родственники из одной деревни. Не согласны с коллективизацией, они ушли в леса и, по мнению советского суда, разрабатывали планы по смене государственного строя. В итоге пятерых человек расстреляли, остальных приговорили к разным срокам в лагерях. Отец нынешней заявительницы 5 лет провел на строительстве Беломорканала и домой так и не вернулся. И вот теперь вынесено постановление о реабилитации. Вряд ли вот эта группа крестьян, которая была недовольна коллективизацией и ушла просто в леса, как бы выражая, наверное, все-таки какой-то свой протест и не желая в этом участвовать, замышляли так глобально свергать всю советскую власть во всей стране. Ну, поэтому вот эта формулировка обвинения, она, естественно, признается политической репрессией.